Привет, ребята, тут попал в компанию одной девушки интересной. Тряси соломкой. Раз, два, три. Не из секс-шопа, нет? Тут на одного мужчину приходится, наверное, где-то девушек 20. Все, приехал, проехал хреново тучу станций на метро. Прям, наверное, штук 20 этих станций. Опять наехал на сотрудников полиции, вообще не парятся, стоят, курят прям около метро. Еще две женщины такие, они такие грубые, типа, ты хочешь поговорить? Ну, с такой уже как бы намеком угрозы, что они могут забрать там или еще что-то сделать. Там, не знаю, документы проверить. Ну, да, короче, бесит меня эта тема, то, что все курят прямо около метро, там дети ходят. Просто смотрю проект «Лев против», и у меня тоже это в сердце, вот, как бы сказать, застряло. И из этого уже не выйдет из сердца. Что сказать, погода офигенная, тут тепло, в Казани прохладней гораздо. Вот, обидно то, что когда я гуляю по Москве, холодно, а когда я иду по делам, то сейчас я буду целый день в помещении находиться на выставке, и там я не увижу Москвы теплой. А когда я гулять приезжаю, тогда дождик херачит, и холодно, и снег. Вспомните видео из Москвы. Я даже не знал, что выставка, как оказалось, проходит вообще в Крокус Сити Холл, при том месте, где чаще всего концерты там разные бывают. Вот у Тимати тут был вообще гигантский концерт. Вот так я выгляжу в зеркале. Короче, прикиньте, я только что понял, что я очутился в месте, где 90% посетителей — это девушки. Это же косметическая выставка. И типа, тут на одного мужчину приходится, наверное, где-то девушек 20. Я сейчас буду ходить просто, как, я не знаю, как в раю. Типа, как умер и 40 девственниц. Немного о ценах в Москве. Как вы думаете, сколько стоит вот это вот? Вот это жаркое, короче, и вот эта котлетка, и вот этот чай. Вот примерно в вашей голове, да, вот три блюда, как бы, да? Ну, не блюда, а одна котлетка, одно жаркое и чай. Как вы считаете, сколько стоит? Ну, рублей 200, да? Хрена с два, 650 рублей. Москва. Итак, я примерно здесь хожу. Моя камера выглядит как что-то инопланетное, поэтому на нее все пялятся. DJI Osmo. Нифига себе, ты классно выглядишь. Это что за костюм? Давайте сниму на видео. Ладно. Почему? Ты же на выставке. А это костюм Капитана Америка, там типа что-то, или что, леди там. Как-то... Не из секс-шопа, нет? Просто интересно, окей. Не успел вернуться на точку, он просто выполнил приземление автоматически. Где его искать? У вас будут координаты на планшете, соответственно, там будет что-то показано. Там все пишется глобом. Нет, изображение пишется на карточку, которая стоит у него. Ну, я это вижу. Да. Отпишись. Да, ну, можно и на телефон, в принципе, гонять, если хотите. Не проблема. Вот здесь реально хочется сказать: мам, купи. Просто хочу четвертый фантом. Очень-очень. Интересно, здесь есть стейшн этих GoPro или нет? Мне пока не... Все, короче, наконец-то этот день закончился. Дебильная выставка. Куча народу. Толпы тупых баб, которые ни хрена ничего не понимают и которым ничего не докажешь и не объяснишь. Это как раз, что я иду домой. Вон уже все собираются, все переоделись.
туса кончилась. Всем привет! Наступил вечер. Как вам обстановка за моей спиной? Ничего не напоминает? Вот, вот так выглядит мой номер. После эфира ноутбук забрали. Дело в том, что я заселился в тот же самый отель, где я проходила реалити-шоу на экране, и сейчас разыграю участников шоу и скажу, что типа я снова в шоу и буду продолжать участие, и то, что... Короче, бойтесь меня, я тоже хочу хатку. Забавно, да? Я просто... У нас выставка проходила здесь недалеко, буквально 5 километров отсюда, и я вот доехал сейчас на такси, и взял номер, короче, он практически похож, тот же самый, даже, ну, блин, все то же самое. Сейчас я позвоню ребятам в скайпе, смотрите. Сейчас покажу, короче, считайте до трех все вместе. Раз. Раз. Два. Три. Ваши удивленные лица. Мое сейчас сознание потеряет. Где ты? Скажи, в каком? Если что, это не хромакей, это все настоящее. В каком ты номере? Я не знаю. Ну чё, как у вас ощущения? Я счастлива! Ты не поверишь! Посмотри на датчик. Данил сейчас сознание потеряет. Так и чё? Мне-то вообще просто всё равно. Ты ещё приехал делать? Расскажи, как попал ты сюда опять. Такой пишет, ну когда мы будем созваниваться уже по фильму? Да. Ну так давай, расскажи уже, расскажи. Говори. Да ладно. Да ладно, ребят, я то все это... Я позвали когда? Что позвали? Так ты тут был уже, ты тут жив. Я вообще, представь, я вообще не уезжал, я вообще не уезжал. Да, я скажу. Я знаю, я сейчас скажу все. Ну, давай, я все догадалась, как давай, обычно. Давай, давай. Короче, Андрюха приехал на выставку Интершарм и поселился в нашу гостиницу. Да-да-да. Я права. Да-да-да. Че, реально? Да, я хотел вас разыграть, что типа я снова в шоу. Всем доброе утро. Я вот все выселяюсь из отеля. Еду в наш офис. Вот. Ночь прошла как-то странно. Этот номер мне напоминал все шоу. Я не спал толком нормально, короче. Самое интересное было это разыграть ребят в этом номере, как бы, да, и все на этом. Ворочался, что-то вообще толком не поспал нормально. Сейчас еще целый день. Мне сейчас еще ехать, наверное, станции 25, наверное. Сейчас еще до метро сначала нужно доехать, потом станции 25 проехать, потом еще на маршрутке ехать. Короче, путь. Это наш бухгалтер. Она называет себя, как ты сказала, боец невидимого фронта, да? Кто? Юля, боец невидимого фронта. А мы все бойцы невидимого фронта. Да. Все думают, что мы... Сидим тут, ничего не делаем. А мы действительно, прикинь, а мы действительно сидим и не делаем, да. А мы решили не выходить из этого образа, да, ну раз вы все так думаете, да. Вот. Чаще всего Андрюха сидит и думает, пойду-ка я нихуя не делаю. Здравствуйте, его нет, он на выставке. Так выглядит офис Татуэйч. Сейчас я вам чуть покажу еще. Тут хлам всякий непонятный. Вот у ребят есть своя личная кухня, потому что они мажоры, да? Нет,
обычные. Да, вот тут стоят роллы всякие, вообще не мажоры. Ну, стиралка своя есть, вот тут я как-то приехал, тут вообще вот так в алкоголе все стояло. Все выпили. Ну, когда да, говорят... От нервов. Да, когда мы вам говорим, что вы мажор, вы не говорите, что нет тогда. Всем привет, как вы думаете, где я? Еду в Аэроэкспрессе. В аэропорт. Почему в Аэроэкспрессе? Потому что... Я не знаю, как вы меня сейчас слышите, хорошо или плохо. Аэроэкспресс, потому что сегодня пятница, и все дачники едут на дачи. И весь МКАД стоит, везде пробки большие просто. Аэроэкспресс это не так дорого и довольно-таки быстро. Вот. Поэтому именно Аэроэкспресс. День закончился. В Москве печальная погода, как вы видите. Идет небольшой дождь, я никуда даже не сходил. Как-то грустно. Вот, задарили мне майку. Tatuage Москва, это Fusion, Silent, хорошая такая фирма известная уже, американская. Вот, сейчас доеду в аэропорт. Камера едет за тобой. Типа, короче, я не знаю, поняли вы или нет, но это движущаяся дорожка. Короче, эта штука создана, это типа аттракцион. Ты можешь одеть эти очки, короче, тебя что-то напугает, видимо. Но люди с воображением, я думаю, поймут немного другое. Сейчас шел, встретил папа. И этот поп, короче, в общем, я так смотрю на него, вроде, ну, на вид такой нормальный. Я подхожу к нему, здравствуйте, типа, можно спросить у вас кое-что? В общем, я у него спросил, как вы относитесь к тому, что ваши коллеги, я вообще такой, типа, я не знаю, как называется, у вашей там диаспоры, или как это вообще все, коллеги или нет, типа, как вы относитесь к тому, что ваши коллеги так ярко показывают свои финансы, катаются на мерседесах, покупают шкуры там, короче, ну, в СМИ, я думаю, вы тоже об этом слышали. Ну, в общем, он сказал, что, типа, в семье не без урода, и у нас тоже есть нормальные люди, а есть такие, как те, которые ведут себя как мажоры. В общем, сказал, что это плохо, и они пытаются это исправить. Все, вот, я пришел на свою посадку. Что-то, бля, у нас хуёвый водитель автобуса был, потому что нас высадили, блядь, за 3-9 земель. Хорошо, что не зима и минус 30. Создалось впечатление, что самолет опаздывал на рейс просто и не приехал вовремя. Привет, ребята, тут попал в компанию одной девушки интересной. Короче, завязался у нас разговор, и... Сейчас она предложила сыграть мне в игру, когда я должен угадать ее имя, она мое, и у нас мы по очереди это делаем. Она сказала, что меня зовут Артур, я сказал, что это не так. Сейчас я должен угадать, как зовут ее. Ну, так как она русская, ну, немножко темновато, но возможно. Давай быстрее. Паша, мне нравится это имя, но у меня не так зовут. Я не Паша. Людмила. Леша. Нет. Это Мария. Смотри, представь, что в твоей руке соломка с солью. Представь, какая она на ощупь, цвета ее, дырочки там в ней. Сыпь соль себе на язык, именно сыпь, и почувствуешь ты вкус соли или нет. Тряси соломкой. Ты понимаешь, что ты сейчас сделала? Ты понимаешь, что это вообще никакая не психологическая проверка, это лишь чтобы посмотреть, как ты члена... Это такая шутка, ты ездала? Ты смешная, я понимаю, что ты девушку провезла. Это же классная шутка. Ты сам придумал ее такой классной. Да блин, она классная. Ты хочешь, я тебе покажу, как ты выглядела? Ладно, давай. Светлана. Андрей, да. Серьезно? Я прям посмотрела на тебя, ты прям Андрей. Это шутка? Или нет, ты прям Андрей? Андрей. Я выиграла.